У вас нет веры. Даже Коля не верит, что ноги шевелят, не они. Бегает, спрашивает, проверяет. Если дети не верят ни во что, у них нет будущего. А это они ваше будущее. Они не верят вам, не верят взрослым. Потому что взрослые лгут все время. По любому поводу. Они не могут честно сказать, не знаю, не понимаю, не умею. Они все изображают из себя знающих, понимающих, умеющих. Они не понимают, что это бесцельно. Что незачем решать чужие проблемы. Их тебе будут только наваливать. Лучше самому стать источником проблем. Тогда это будет обучательный процесс. Ты поймешь, как появляются проблемы, причины проблем. Ну и сможешь убирать причины возникновения проблем до того, как проблемы образовались. Они не образуются, они не родятся. Поэтому что такое принцип святой веры? Это принцип связи себя с миром с помощью света. Ты веришь, что ты не пустое место. Ты веришь, что ты значим. Ты веришь, что ты можешь. Ты в это веришь. И не требуешь, чтобы, если ты что-то хочешь, это случилось тогда, когда ты хочешь. Ты веришь, что мир повернется со своей скоростью. И это все равно произойдет. Что надо просто подождать, потерпеть и выйти в точку встречи из пункта А, из пункта Б. Встретиться. В точке встречи, что есть все время возможность встречи. Все время, пока есть время, везде. Ну, значит, можно встречаться и в прошлом, и в будущем, и в настоящем. Только проблема. Какие-то будут встречи. Встречи тел – это одно. Встречи разумов – это другое. Встречи душ – третье. Ну, скажем, если человек в каком-то теле родился 1 января 1600 года, например, а другой человек в другом теле тоже родился, ну, предположим, 2 января. Но они практически одновременно родились. Они могут не встретиться за всю свою жизнь? Могут. Но могут и встретиться. Ну, предположим, они встретились. Они могут полюбить друг друга? Ну, может, один полюбить? А другая не полюбить. Может одна полюбить, а другой не полюбить. Но могут и он полюбить, и она полюбить. Могут они, когда они, ну, например, предположим, они оба полюбили. Могут они находиться вместе телом? Может, могут, может, не могут. А духом, а разумом. Ну, тела могут в разных местах быть, а разум в одном. Они думают друг о друге, они рядом. А чувствовать душа? Они могут чувствовать друг друга, если они сумеют этому научиться снова. Раньше они могли, раньше они были только световые тела, облако звездочек. А потом это облако запихнули в кожаные одежды,
Раньше дух носился над водами, а теперь растворился в воде. Теперь дух утопленник. Теперь утопия, что они на расстоянии могут быть близкими. Теперь надо обязательно, чтобы сосуды с водой их тела были рядом. Иначе они не воспринимают, что другой вообще есть, потому что им только реальность, данная в ощущениях, является миром, который для них есть. А если они не ощущают ни вкуса, ни запаха, ни цвета, ни света, ни звука другого человека, он умирает, его нету. А как же по образу и подобию? Как не человек воспринимает Бога, а как Бог воспринимает человека? И воспринимает ли вообще? И где Бог? Везде, а человек чего не везде? Разве это подобно? И что такое понять «везде»? Что в проекторе сидит Бог прямо? Кислород окислит. Начнется реакция горения водорода. И вода превратится в свет. Так там Боженька, он просто связан. Он связан химическими связями, он как-то по-другому проявлен. Он не проявляется как свет, он проявляется как энергия, заточенная в темницу. Надо, чтобы темница распалась, энергия выделилась, это энергия связей. Ну так как вы пользуетесь энергией связей вас с миром и мира с вами? Что такое святая вера? Как вы можете научиться не сомневаться, чтобы это было действительно вера? Так вы перестаньте путать веру и науку. Хотите верьте, хотите не верьте. А как вам научиться этому верить? Научитесь жить в мире, где есть общая система координат. Потому что вера – это и есть общая система координат в пространстве и времени. А как это так вот? А как, чему верить-то? Один говорит одно, другой другое. Одному поверишь, он обманет, а другой правильно сказал, а я ему не поверил. Как сделать так, чтобы один говорил, другой верил? Так вначале было слово, это слово было Бог. Так пусть говорит Бог, и это будет слово. А как это слово? Ну вообще Бог – это свет. Вот когда Бог – звук, ну, значит, он как бы… Вот высокая частота, от которой свет, она переходит в частоту более низкую, которая звук. И этот звук, он уже колеблет среду. А вот этот свет, ему среду не надо, он сам себя передвигает. А тут, чтобы передвигалось колебание, надо еще среда. Ну, значит, в среде везде есть Бог, если она может колебаться. Так все может колебаться. Атом – это колебание, любовь – это колебание, все это колебание. Там прям так это частоты, амплитуды, отклонения, связи. Ну тогда получается, что если вы что-то помните, образ сохраняется. А если не помните, образ меняется, изменяется реальность. Ну, например, он неудачный, но хороший. Ну, например, вы испытываете ужасную боль при каждом движении, потому что у вас, ну, какое-нибудь воспаление позвоночника. И мышц, которые прикреплены к позвоночнику, любое движение вам вызывает взрыв. Вы, конечно, можете потерпеть день, два, неделю, месяц, месяц за месяцем, но потом это становится хроническим явлением, когда вы уже понимаете, что ресурс терпения кончается.
надо. Если вы уберете боль, организм не станет сопротивляться с этим поражением. Вы убрали сигнал опасности. Значит, надо убрать поражение, надо убрать причину. Ну, причина может быть в прошлом, может в далеком будущем, может в настоящем. Может, вы где-то ввязались в какую-то драку, но вам там и крылышки-то и обломали. Может быть, дракончик победил, а не какой-нибудь там победоносец. Может, он в другой реальности победил, а в этой нет. Картиночка-то обманула, потому что ее нарисовали то, что хотели, а не то, что случилось. Значит, есть разный мир. Мир виртуальной реальности, мир желаний, мир грез, мир мечты. А есть мир яви. Мир прошлого, настоящего, будущего. Так в грезах, в мечтах тоже может быть будущее? Ну, можно мечтать попасть и в прошлое. Для кого-то это прошлое, для тебя это только будет. Оно будущее. Ну, тогда получается, ну, давайте свяжем себя с миром. И процессы, которые происходят в мире, будут связаны с вами. А вы будете связаны с миром. А где эти ниточки, которые вас связывают? Ну так научитесь быть связанным хотя бы с себе подобными, с человеками. А как же эти связи получить? Ну, сначала станьте единым целым там. Тело с телом рядышком стоят и двигаются по одной траектории. Они как бы одно целое, они связаны. Сделайте эти имитационные связи. Пока вы будете имитировать, что вы едины, ну, глядишь, связи образуются. Почему? Ну, в них явно есть необходимость. А если она естественно необходимая, она образуется, связь. Причем взаимодействие начнется. И единение начнет нарастать, общность начнет проявляться. У вас же общая жизнь, общее движение. Значит, и общие цели. Ну, значит, у вас нет противоречий, нет конфликта, у вас есть контакт. Вы слипаетесь, вы прорастаете друг друга корнями своей жизни, корнями своих деревьев цели. Ну, так эти корешки вас будут связывать теперь. Даже если вы разойдетесь, цель-то останется одна. Вы будете идти на нее просто с разных сторон. Потому что ваша жизнь будет бесцельна, если вы не встретитесь у цели. Ну тогда, если один у цели, а другой нет, ну это и есть брак. Это и есть ошибка. Ну значит, надо своевременно приходить в точку встречи. Своевременно. И чтобы это время было одно и то же. А как вам приходить в точку встречи? Если вы, например, в 16 веке жили-жили вместе, любили друг друга, умерли в один день и час, потом опа, очистка разная по срокам. Один проходит круги ада и быстро, а другой небеса и медленно. Потом этот реинкарнируется и появляется в 18 веке. А другой в 20-м. Как ваши тела будут рядом, когда они, одно еще не родилось, а другое же умерло? Что значит как? Вам же картина «Три богатыря», она же нарисована. Когда Леша Попович родился, Добрыня Никитич уже умер. Они все сидят на конях, вот, рядышком. Но это же фантазия художника. А почему вы решили, что виртуальная реальность, она менее значима, чем реальная виртуальность, если у вас есть желание, чтобы так было? Потому что если там нет трех богатырей, это не богатырское состава.
Если врагов много, кинутся все вместе. А за кого будете один сражаться? За свою жизнь? Тю. Вот если за жизнь рядом, за жизнь друга –